Всем привет, меня зовут Артём. Сегодня мне предстоит не только рассказать вам о Mortal Kombat 11 от студии NetherRealm, но и назвать как минимум 5 причин, почему эту игру ни в коем случае нельзя пропускать. Mortal Kombat 11 — это последняя на сегодняшний день часть культового файтинга, саги, длящейся вот уже более 25 лет. Вам доведется выступить в роли множества героев, как настоящего, так и прошлого, а катализатором событий послужит противостояние Рейдена и Кроники, хранительницы времени, соткавшей саму нить мироздания. Вас ждет огромное многообразие режимов, в том числе созданные с привлечением опыта прошлых игр студии NetherRealm. В сюжетной кампании собрана полноценная история, которая продолжает события Mortal Kombat X. Башня времени — это серия испытаний без сюжета и кат-сцен, которую можно пройти за одного или сразу за нескольких персонажей. Башни регулярно обновляются, предоставляя не только новые испытания, но и награды за них. Игровую валюту, предметы экипировки и косметику, шмотки, расцветки, аксессуары. Кстати, о кастомизации. Для своего бойца вы сможете менять облик, снаряжение, способности, вступления и насмешки. Новые варианты можно получить в процессе игры. Но чтобы игровой баланс не страдал, в игре будет присутствовать соревновательный режим, как в Injustice 2, в котором все улучшения от персов будут отключены. Если вы не слишком хорошо ориентируетесь во вселенной Mortal Kombat, вникнуть в сюжет новой части будет непросто. Игра сразу срывается с места в карьер и не стремится ничего объяснять. Но основной конфликт понятен. Новая героиня Кроника хочет подчинить само время, а наши старые знакомые пытаются ей помешать. Привычный подход NetherRealm к повествованию разбавит путешествие во времени. При этом некоторые персонажи даже смогут пообщаться с самими собой из другого временного отрезка. Новая графическая технология предоставит каждый зубодробительный момент во всех кровавых подробностях. Перенесет вас в самое сердце смертельной битвы и заставит на себе прочувствовать каждый свирепый прием. Подводя итог, можно сказать, что фанаты получили то, чего и ожидали. Mortal Kombat 11 — это следующий виток эволюции легендарной серии, который не оставит вас равнодушным. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и вместе с Эльдорадо желаю вам только приятных покупок.